надійний партнер прогнозу погоди – магазин сантехніки «Сантан». «Сантан» – сантехніка, якій довіряють. Партнер прогнозу погоди – «Дігестронг Плюс». «Дігестронг Плюс» – необхідний набір ферментів для травлення. Вот и наступил ноябрь. Сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме родной батюшка. Чем ознаменуется первый день последнего осеннего месяца? Узнаем в течение следующих нескольких минут. В эфире прогноз погоды и я, его ведущий Николай Диденко. Здравствуйте. Согласно данным синоптиков, в первый день ноября местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха по сравнению с предыдущим днем остается прежней. В среднем по стране нас ожидает 7 градусов выше 0. А теперь детальнее о синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 0 до 6 градусов тепла. По всему региону прогнозируется переменная облачность на протяжении всего дня. Кроме дневных часов, когда небо над Полтавой, Черкасами и Кропивницким затянет густые облака. Осадков здесь не предвидится. На юге страны термометры в течение суток покажут от 1 до 7 градусов со знаком плюс. Облака займут регион еще ночью и не покинут его до завершения дня. А вот дождь предвещается лишь в Симферополе в дневное время. Партнер прогноза погоды – «Дигестронг». Одна таблетка растительного фермента «Дигестронг» и пищеварение в норме. Будьте здоровы! В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 1 плюс 8 градусов. Жителей региона ждет облачность с небольшими прояснениями. Во Львове ночью выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до нулевой отметки, а максимальная дневная достигнет 13 градусов тепла. В Житомире предвидится облачный день без осадков. В Сумах дождь после обеда. А вот жителям Чернигова повезет больше всех. Небо над городом будет оставаться ясным с ночи и до позднего вечера. На востоке также не обойдется без дождя. Местами возможны и прояснения. Термометры в регионе в течение суток покажут от 0 до плюс 5 градусов. 1 ноября во всем мире отмечается День проектного менеджера. Люди этой профессии отвечают за правильное ведение рабочих процессов и организацию проектов на всех стадиях. Желаем им свежих идей, сил для их воплощения и удачи в профессиональной деятельности. Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 1-2 градуса тепла, а днем прогнозируется максимум плюс 4 градуса. Здесь предвидится пасмурный небосвод и дождь на протяжении всего дня. Изредка возможны кратковременные прояснения. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 1-2 градуса выше 0, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 4 и 5 градусов. В Славянске и Донецке прогнозируется облачность с частыми прояснениями. Днем здесь пройдет дождь. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до плюс 1 градуса, а в дневное время 3-4 градуса тепла. С ночи и до позднего вечера в области прогнозируется переменная облачность. Дожди пройдут только в обеденные часы в Павлограде и Днепре. Партнер прогноза погоды – магазин «Сантан». Широкий ассортимент сантехники из 10 тысяч наименований. «Сантан» – все, что твоей душе угодно. И напоследок о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 0 до плюс 5 градусов природа готовит жителям и гостям города пасмурный день с небольшими прояснениями и отсутствием осадков. Это была вся информация о погоде на среду 1 ноября. Дарите добро, и оно обязательно вам вернется. До встречи в нашей студии. Розлади травлення трапляються з кожним. Неякісне харчування, стреси, супутні захворювання. Проблеми виникають через нестачу ферментів в організмі. Дігестронг Плюс – це перший в Україні рослинний ферментний засіб без побочної дії та з повним складом необхідних для травлення ферментів. Сьогодні Дігестронг Плюс нарешті в аптеках України. Про наявність фермента Дігестронг Плюс у найближчій аптеці дізнавайтеся за телефонами гарячої лінії. Затіяли ремонт? Постало питання у виборі сантехніки? Тоді вам у «Сантан». Запорізьке шосе 53Б.
Тут є все для втілення ванної кімнати вашої мрії. Змішувачі, ППР, труби, фітинги, радіатори опалення, омивальники та компакти. Аксесуари, меблі для ванної кімнати. Понад 10 тисяч найменувань товарів на будь-який смак. Висока якість, найкращий сервіс, доступна ціна та бездоганна репутація. «Сантан» – це сантехніка, якій довіряють.